Привет, с вами Непета. Сегодня мы будем вызывать одного из самых опаснейших духов – Бена Утопленника. Призрак Бена Утопленника – это компьютерный вирус. Я не знаю, чем закончится вызов. Возможно, у меня сломается компьютер, а возможно, что-нибудь и похуже. Но на всякий случай я записала приветы, которые вы увидите в конце видео. Для вызова духа Бена Утопленника нам понадобится игра «Легенда Зельды. Маска Маджоры». 4 листка бумаги, ручка с зеленой пастой, тарелка с водой, скотч и ножницы. Тарелку с водой ставим возле монитора. Рябь на воде будет признаком, что Бен пришел. Зеленой ручкой на листках бумаги пишем по одному слову «How did you die?», что если в компьютере появится вирус, надо будет срочно наклеить листки на монитор, чтобы Бен не выбрался и не пробрался в наш мир. Листки мы будем клеить на скотч. Чтобы не тратить время, я заранее отрезала 4 маленьких кусочка скотча. Вот они. Ну что, приступим к игре. Начинает моргать. Мне страшно. Вылезла какое-то окно. Оно не закрывается. Это Бен. Он что-то печатает. You shouldn't have then that. Вы не должны были этого делать. О боже, боже, боже. Срочно заклеиваем монитор. Бен, ответь на мой вопрос. Answer my question.